как говорится, лас чаша. Лас чаша. Она жестокая. Я там буду умирать. Я буду умирать. Я буду умирать много. Ну что поделаешь? Что поделаешь? Чаша — это больно. Это больнее, чем DLC. Можно, конечно, теоретически еще качнуть где-то. Сейчас надо глянуть, сколько уровней можно качнуть, чтобы стать еще сильнее. Сейчас я посмотрю. Теоретически тайный можно до 25 довести. Ну, до 50 это слишком много будет. Стойкость 8 уровней. И тайный 6. 8 плюс 6. Ладно. Ну, в принципе. Должно и так хватить. Должно хватить и так. Чашами могут возникнуть проблемы, ну, по крайней мере, с последней. Это я прям уверен. Босс мое нравится. Мощь с этим оружием получится у нас пройти. Она очень сильная. Кстати, использовать предмет от X. Переключить. А, вот, я могу сюда поставить. Я могу сюда противоядие поставить. Я могу сюда поставить успокоительное. Могу сюда поставить. Что еще? Что мне может пригодиться? Метка стоит, бумагу я не хочу ставить. Допустим, голубой эликсир. Вот. А с основной штуки... Как она называется-то? Вот. Отсюда убрать. Допустим, молотов оставить, фонарь оставить. Хотя молотов тоже берем. Ставим только... Брейтаса. Чё, гол искать? Ну, по сути, мы можем просто рычаг найти и забить болт на остальных мобов. Нехер и бы похер. Сука, эти ведьмы.
В первую очередь, конечно, дальность радует этих пушек. Причем меня не замечает того. Троллите. Сейчас все заметит, да? Я не убил эту хрень. Собака. Я собака, ты собака. Где же рычаг? К этому оружию надо привыкать, конечно. Определенно. Данный колобок. Я ненавижу тебя. Глазами походу. Пиздец. Ненавижу тебя, колобок. Ненавижу. Я не знаю, я вообще не понимаю, как с ним бороться. Я
Здесь рычаг. Я нашел нужную комнату, это уже рады. Так. То, что надо. То, что надо. Пополним припасы. Пойдем посмотрим босса. И соснем хуй. Ой. Скорее всего, будут проблемы. Я два уровня. Интересно, смогу ли я один качнуть? Два. Два уровня. Это очень сильно. Пошли траить босса. С ним у меня большие проблемы. Ну, сука, противный. Мега противный. Мега противный. Серьезно? А, кстати, я забыл про тему. Намазал, намазал. Дай мне похилиться, да?
Блять, ну серьезно? Ах, собака, а? Ты собака, я собака. Очень хорош тревел. Я собака, ты собака. Ну ладно. Я думаю, сейчас я должен взять этого пацана. Все-таки второй раз он намного легче убивать, честно. Первый раз столько проблем было с ним. Как я вспоминаю, что я на нем горел знатно. Тут первый трай. Такой хороший первый трай. Ну, типа, я должен был его убивать, если под конец не нажал бы эту. Не тоже. Блять, ну серьезно? Он стал. Как он достает? Отстань, пожалуйста. Сука. Пидор. Вторая фаза плохо пришел. Вначале он что-то, блин, бил. Я хилился, все время хилился. Единственное плохо то, что, блин, главная проблема, что нельзя залокать камеру на боссе и драться с ним. Именно залоканная камера здесь точно луз. Вот как? Камон, братан, как ты это делаешь? Блять, как? Ух, первый трай был хороший. Я не понимаю, ну вроде я ему под ноги закатываюсь, но он все равно делает удар под себя.
Как? Почему первый раз они получают? Как ты меня зацепил, Да. Ух. Победа. Жестко, ребята, жестко. За это прям целый левел дают. Хорошо. Действительно хорошо. Я ожидал, я тут часика два посижу. Я люблю, когда я ошибаюсь. Не, ну оружие, конечно. Оружие решает. Мне кажется, это одно из прикольных оружий в игре. Один левел? Точно. 100%. За этого пупсика-вупсика. Надо посмотреть, достаточно ли у меня пуль, потому что сейчас пули тоже расходуются, дай боже. Нормально. Думаю, можно хилок еще купить. Больше хилок, пауку хилок. Ну чё, погнали. Вроде она на третьем слое, потому что здесь нет четырех слоев. Я на это надеюсь. Плюс один босс я не хочу бить. Они здесь реально сложные. Ну, не супер прям... чтобы непроходимо было, но... просто я уже ожегся на этом боссе.
конечно, фарм очень хорош. Она такая живая. А, у нее вот к этому уязвимость. Блин. Ну, ладно. Здесь помощь можно призвать. О. Гоника. Хорошо, что они не рисуются. Вот эти пупсики не рисуются. Так. Ладно. Вы тут гуляете, я не хочу вас всех убивать. Мне по идее только надо рычажок двинуть. Я двину рычажочек. Ничего нет, здесь тупик. То если ты упадешь, да, это рассчитано на то, что ты если упадешь, то ты подвешь сюда. Окей. Не, у меня вообще оружие не тот тип урона имеет против вот этой хрени. Там, наверх. Вообще два с мечами с огненными, мужики. Я не хочу с ними драться. Мне не надо это делать. Как бы моя цель добежать до рычага, дернуть рычаг, говорится, быть спокойным. О. Все, спасибо. Хотя ладно, давай этого пупсика. Тридцать тысяч, Кайл. А чё ты не захватываешься, да? Лежать. 142. Нет, вот реально пошел, убил одного. Два пупсиня. Я просто сейчас левел наберу. Ну, ладно, давайте левел качну. Давайте приманим этих. Че уровень? Пупсик. А я только не двоем. Все, по одному. О! Тан. Ну, хорош. Лежать. Сколько дадут? 30 тысяч. 30 тысяч дают.
Нет. Лежать. Ну все, ладно, погнали. 200 тысяч. 200 тысяч. Ой, это очень много. Я зачистил, блин, извините меня, 3 комнатки. И мне столько отвалили. Так, я вообще правильно бегу? Да-да-да-да, все. Я надеюсь, что это Птумеру будет, потому что бегать здесь 100 лет мне неохота. Совершенно неохота. В итоге мы... В итоге я добираюсь сюда 122-м левелом. Очень-очень. Подожди, я могу еще качнуть уровень? Сколько там надо? 95. А, я могу еще уровень качнуть. 101, 2, 3. 1, 2, 3 уровень. Давай пули купим. Так, пульки. Ох, надеюсь на ласта, на ласта, на ласта. Все-таки не хочу 4 слоя. Очень не хочу 4 слоя. Давайте уже эту птумианскую королеву. И мы будем ее... фигачить. Вообще совершенно не помню, что это за бой, потому что он не запомнился мне. Знаю, я ее то ли там с второго, то ли с третьего убил раза. Но она была довольно странным боссом. Хотя есть вариант, что это не она. Он невысокий, но все же. Давайте 3 слоя, пожалуйста. 3 слоя. Не надо нам тут. Наверное, до хера слоев. Да, да, отлично. А что такое? А что ты все время не заходишь? О май гад. Что за бред, я не понимаю. Много нельзя ударов делать, конечно. Давайте по 2 удара. Что сейчас будет? Ладно, 3 удара можно, 2 нет. Опа. Исчезла. Это настоящая была?
опять третья фаза. У него более длинный меч. Оу. Она исчезла? Опять копья. Воу-воу-воу! А что такое? Отстаньте, отстаньте. Надо убивать их. Срочно копия. Так, нет. Я жадничаю. О. Нет. Я убил, да? First try. Окей. Вот она такая. Вот такая она королева. Камень из Дьернома. Так. Где там наша? Эти победные эти позы. Что там еще? Радость. О! Блять. Она еще такая есть. А, это привет, да? Ну ладно, ладно, самое лучшее. Ааа! Хорош. Убили эту женщину. Победа. Это все по Бладику. Это все по Бладику. Было весело. Было весело. А, подождите, ребят. Фейл. Я же забыл. Какой все? Блин. Блин. У нас же есть еще сам последний босс. Блин. Забыл. Так, сколько там на уровень? Да, Герман ждет. Блин, я забыл. Это не босс, да? 96, 37. Ну все, погнали. Погнали с Германом. У меня нет пуповин, поэтому будем мочить босса. У нас не будет... Вроде я никак не могу достать пуповины. Можно попробовать. Ну, подожди. Одна смерго. Сейчас я погуглю, конечно, но вроде я обосрался с пуповины. Пуповины. Так что одного босса мы не увидим. Сорян. Но это не босс забить. Это просто не босс.
Их 4. Старинной мастерской. Находится старая заброшенная мастерская. Так, можно получить дефью Йозефику после победы над Ром Праздный Паук. Вот мы убили Йозефику до того, как убили Рома. Поэтому нам не дадут. Осторожно, не убивайте Йозефику до победы. Блин. А, можно получить убив Ариану, если она... Если была отправлена член плюс Йозефики и... Или ее дитя. Если была отправлена в часовню Идон после победы над Миколашем. Осторожно, очень легко пропустить саму Ариану. Окей, является наград за победу на кириллице. Вот. Вот. И мы оба варианта там, где... По-моему, ну сейчас проверим часовню Идон, да? В первом камне. Нет. Да, в первом камне. Гробница Идон. Соборный округ. Вот. Гробница соборный. Примечание. Не приходите NG+. Да, если вы пропустили хотя одно первое прохождение, то следующее... то следующее придется собирать все заново. Ха. А, ну мы проверим, сейчас я проверю на всякий случай. А может, Миколаш мертв, и она, если она есть, она в часовне должна быть. Ну, нет, я ее пропустил, я про нее забыл. Но вот здесь бабулька сидит. Бабулитка, да? Она говорит... Умри. Убиваем неписи. Бесформенный Идон. Вот, она здесь, по-моему, должна. То ли здесь она где-то, но она где-то здесь, короче, эта женщина. Ее нет, и... Значит, нет пуповины. Значит, нет пуповины. Ну все, забить. Просто забить. Просто. А будем одного ласта убивать только. Может, конечно, еще раз Бладик пройти? На NG+, ну, ради Last Boss. Но, хз, не особо хочу, честно говоря. Не особо хочется. Значит, у нас только Герман будет. Кроме Германа. Так, вот. Очень красивая локация, прям, я не знаю, что-то есть в них. Трава, цветочки и Герман. Good hunter, now you will die. You will from this. Угу. Конечно, 10 раз я тебе предложил свою жизнь, братан. Сейчас мы узнаем, кто из нас настоящий true hunter. Ого. Я совершенно не помню Германа. Стал сильнее, да? Вау. Wow.
Я что-то вообще рофлю. Увы, две пуповины. И за нами придет. И нас сожрет великий. Вот теперь мы на месте Германа в коляске. And so the hunt begins again. Так точно. Хидетаки Миядзаки. Такие дела. Не, быстро добил. Я думал, это чаша часа на три. Доброе утро. Я такой с будуна встаю. Но теперь с оружием, правда. Тук-тук. Тук-тук. Тут все заново лежит. The door is open. Добро пожаловать в Ярнам. Тут люди отдыхают, вон. Я думаю, сейчас зайдем в сон и закончим. Мне безумно эта пушка понравилась. Это вот очень сильное оружие. Оно дается в DLC, но оно реально сильное. Я думаю, НГ с ним будет просто весело пролетать, но... Я не любитель НГ, честно признаюсь. НГ это скучно. По идее, я даже сейчас куклу должен увидеть. Без проблем. А, нет, смотри-ка. Хорошо. Хотя у меня и есть озарение.
так делают? Блин, как они багуют вот это место? О, Герман. Здорово. Ладно. На этом все. Как бы Бладик пройден. Все. Сейчас я, наверное, подрублю что-то другое, подумаю и вернусь.